Таланты Самары собрал гала-концерт межнационального фестиваля-конкурса «На Самарской волне». Это событие состоялось в рамках празднования 170-летия Самарской губернии. Участниками творческого форума стали самые яркие и талантливые коллективы. Также солисты национальных общественных объединений, детских музыкальных, хореографических школ, школ искусств, музыкальных училищ, колледжей и вузов. Жюри было отобрано 20 лучших номеров, которые вошли в программу гала-концерта лауреатов творческого фестиваля-конкурса «На Самарской волне». На сегодняшнем концерте представлены самые лучшие, самые яркие номера, которые символизирует культуру народов нашей многонациональной губернии. Основная задача этого фестиваля – показать национальную палитру, национальное многоцветие тех народов, которые населяют нашу губернию. Предварительный творческий форум проходил с 15 марта по 25 апреля при поддержке администрации городского округа Самара и Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-белорусское братство 2000». Мы накопили очень большой опыт, и поэтому в этом году вышли с такой инициативой провести этот фестиваль, посвященный юбилею нашей губернии. Отбор в этом году у нас проходил в онлайн-формате. Поступило более 1500 заявок со всех концов нашей области, от всех национальностей. Все фестивальные мероприятия проводились с целью сохранения и развития национальных традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих на территории Самарской области, и были посвящены юбилейной дате 170-летию Самарской губернии. Толерантность, она проявляется когда? Когда мы через культуру другого народа начинаем пропагандировать у себя вот эти наши межнациональные отношения. И сегодня братский наш народ, белорусы, проводит такой замечательный праздник. В нашем регионе, в мире и в согласии проживают представители 157 национальностей. Это русские, белорусы, украинцы, татары, немцы, евреи и многие другие. Фестиваль «На Самарской волне» еще раз подтверждает статус нашего города. Самара многонациональная. Вместе с творческими коллективами подпевали и зрители межнационального праздника, организованного белорусами Самарской области.